Сегодня в 242-м учебном центре приспущены флаги, государственное знамя и флаг воздушно-десантных войск. Ровно год назад здесь произошла трагедия. Под обломками казармы погибло 24 человека, а 19 оказались ранены. В траурный день на плацу центра выстроились солдаты, а на трибуну поднялись командующий воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов и губернатор Омской области Виктор Назаров. После окончания траурной церемонии Виктор Назаров и Владимир Шаманов дали нашей телекомпании эксклюзивное интервью. Свой разговор мы начали с вопроса о том, что изменилось за прошедший с момента трагедии год. Этот год проходил в непростых условиях, потому что наряду с мероприятиями по увековечению памяти, которые проводились, но прежде всего думали о живых людях, о родителях погибших военнослужащих и тех, кто получили разные степени увечья. Деньгами горя не измеришь. Но мы приложили все усилия, и государство выполнило полностью свои обязательства. И плюс мы сумели привлечь многих неравнодушных людей из разных структур. Все, кто нуждались в медицинской помощи и освидетельствовании, получившие разной степени повреждения, они всю эту помощь получили. И выстроены все механизмы сопровождение. Мы во взаимодействии с Минздравом всех поставили на учет. Они, кто был комиссован, значит, по состоянию здоровья, по результатам военно-врачебной комиссии, а таких 10 человек оказалось, 11 человек дослужили установленные сроки и после этого уволились. Но все они на учете в региональных медицинских департаментах и министерствах. И мы с ними тесно поддерживаем контакт. И сегодняшнее мероприятие, посвященное годовщине, вот сейчас после этих мероприятий состоится моя встреча с родственниками и военнослужащими, которые прибыли сюда, значит, пострадавшими вот в этой. Мы поговорим и еще раз как бы сверим часы. Вы видите, что продолжаются следственные действия, поэтому ни эта казарма, ни соседние пока не сносятся, потому что проводятся экспертизы структурами Министерства по чрезвычайным ситуациям, различными строительными экспертами, и определяется комплекс мероприятий по юридическому сопровождению. Хотя параллельно уже вот построено на 500 человек из 3 казарм мини-городок, который позволил нам принять первую партию вот в зимнем периоде обучения. За той казармой уже еще одна казарма строится. На месте обрушенного гарнизонного дома офицеров тоже начинается строительство. В целом министром обороны принято решение по строительству до 31 октября этого года всего комплекса, значит, жилых зданий для личного состава и проведения занятий общей емкостью на 2500 человек, что позволит в полном объеме уже с 1 декабря осуществлять учебный процесс в интересах воздушно-десантных войск. Вот. Владимир Анатольевич, спасибо огромное, что вы приехали и тогда, когда случилась трагедия, сегодня, спустя год. Это очень важно и для родных, близких, и для нас, жителей Омска, потому что 242-й учебный центр – это очень важно. Спасибо также, что он был сохранен. И в этой связи хочется спросить у вас, вы не тогда, год назад, не сегодня, не снимали ответственности с себя и всегда извиняетесь перед родителями. Вы почему считаете, что часть ответственности лежит на вас за эту трагедию? Ну, так заложено было в традициях воздушно-десантных войск русского воинства, что командир несет всю полноту ответственности. И я это абсолютно делаю профессионально и ответственно. И сегодня я говорю, что да, я и моя доля вины есть в этом. Я помню эту ночь, я здесь был, организовывали спасательные работы. Конечно, сюда шли лучшие пацаны, которые хотели служить Родине. Но наша задача
конечно, сберечь память, чтобы на этой памяти воспитывать патриотизм тех ребят, которые приходят в этот учебный центр. И вчера мы обсуждали с командующим, наша задача – это обеспечить благоустройство, оказание содействия в благоустройстве городка, оказание содействия в строительстве. Это и техническое перевооружение, это подключение тех нагрузок, которые будут необходимы для расширения общежития для ребят. Поэтому мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы здесь служили наши омичи, наши ребята, так же, как и со всей страны. Поэтому, безусловно, будем делать все для того, чтобы этот городок жил и здесь профессионально ребята становились профессиональными солдатами. Вот эта связка военные и гражданские, она в ту страшную ночь, она очень четко сработана была. И военные, и гражданские власти, тогда и вы тогда сразу приехали на место трагедии. Насколько сейчас это сотрудничество осуществляется? Насколько вы довольны вот этим взаимным движением? Абсолютно доволен, потому что наряду с административными и другими взаимоотношениями у нас с Виктором Ивановичем сложились и чисто человеческие отношения. Это и неудивительно. Виктор Иванович служил в морской пехоте, а ВДВ и морская пехота – это сродные рода войск, наверное, вот даже начиная с человеческого уровня. Поэтому мы помним, когда и как руководитель по чрезвычайным ситуациям Виктор Иванович прибыл и всю ночь здесь руководил работами. К моему прибытию уже было 70% всего, что можно было сделать, уже сделано. Дальше мы с ним совместно это продолжили. И весь этот год мы раз в месяц, как минимум, сверяли часы, уточняли наши общие подходы. Вы знаете, что здесь был министр обороны, здесь дважды были заместители министра обороны. То есть этот гарнизон всегда находился под контролем руководства Министерства обороны и страны. Здесь был секретарь Совета безопасности, поэтому мы благодарны руководству Омской области, что совместно мы этот год не просто прожили, а совершая многие изменения, прежде всего по улучшению бытовых условий, инфраструктурные изменения. И вчера, прилетев, первым делом мы встретились и порядка полутора часов обсуждали все наши текущие планы, которые будем реализовывать вот в следующем году. На уровне министра ЖКХ мы входим в рабочую группу по восстановлению и инфраструктуры городка. И будем в полном взаимодействии работать для того, чтобы как можно быстрее привести в исполнение то, что, о чем говорил Владимир Анатольевич. Вы знаете, сегодня дата скорбная, безусловно, но, наверное, человек бы не был человеком, если не думал бы о будущем и не думал бы о хорошем. Ведь очень многое с десантными войсками на территории Омской области связывает именно положительные эмоции. Тот же самый кадетский корпус, где ребята воспитываются. Все-таки жизнь 242-го учебного центра, слава богу, продолжилась. Это очень важно для нас. Какие перспективы вы видите для развития воздушно-десантных войск вообще и на Омской земле в частности? Ну, мы, во-первых, вот я вчера Виктор Иванович проинформировал, мы переносим обучение специалистов боевых машин пехоты сюда. У нас две бригады в Восточном военном округе, они вооружены БМП-2. И поэтому с осени этого года специалисты будут обучаться здесь. 1 декабря мы развернем 6 танковых рот на танках Т-72Б3. И танкисты тоже будут обучаться, учитывая традиции Омского гарнизона, как одного из регионов Советского Союза, где высококвалифицированные танкисты готовились и имеются огромные традиции. Есть еще ряд специальностей, которые, ну, будем так говорить, в стадии обсуждения. Это такие, как специалисты беспилотных летательных аппаратов, которые уже начали поступать в подразделения воздушно-десантных войск. Поэтому все будет зависеть от того темпов строительство инфраструктуры. Понимание есть, поэтому это все будет доложено министру обороны. И по мере решения этих задач, значит, это будет решаться. Второе, то, что Омский кадетский корпус,
в следующем году завершит полный набор. Для этого нам надо еще одно здание освободить. Комиссия Министерства обороны уже отработала. Для тех, кто там проживает, будет выделено жилье. Освободившееся здание будет отремонтировано. Составит полный цикл с 5 по 11 класс, что позволит вот на сегодняшний день, по докладу руководителя кадетского корпуса, из 36 регионов России прибывали ребята для поступления. Корпус пользуется заслуженным авторитетом в системе дошкольного военного образования России. И у меня нет сомнений, что будут продолжены традиции и дореволюционные, и советского периода. Поэтому мы считали и считаем Омск такой системной территорией по развитию и укреплению традиций воздушно-десантных войск.